Семена пеларгонии зональной маверикоранж оценит по достоинству любители ярких красок на своем подоконнике или в саду. Этот сорт отличается одним из самых насыщенных оттенков во всей серии Маверик. Ярко-оранжевые цветки, собранные в крупные шары соцветия, поражают воображение даже опытных цветоводов. Сочетание с обильной зеленой листвой делает эту пеларгонию заслуженно любимой среди тех, кто не только выращивает их как горшечные растения, но и среди ландшафтных дизайнеров, которые занимаются оформлением ярких клумб и используют для посадки в просторные кашпо с другими растениями. Пеларгония зональная маверикоранж – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Пеларгония прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания пеларгонии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает пеларгония зональная маверикоранж в месяцы июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Интересные цветы пеларгония могут быть до 10-12 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.